иметь, так сказать, определенный рубеж безубыточности. Это 3 миллиона рублей. Все затраты это на артистов, переезды, перевозы. Вот. Насчет окупаемости сказать сложно. В прошлом году мы с Ольгой Викторовной не заработали ничего от этого фестиваля, кроме прекрасных положительных эмоций. Но для запуска на новой площадке мы считаем, что это нормально. Тем более, что хотел добавить, для нас фестиваль это не бизнес-проект. Если бы это был бизнес-проект, то это были бы другие артисты, это были бы другие стадионы, и мы бы просто сидели на разнице гонорара и продажи билетов и возили бы Стаса Михайлова наверное. Вот. А как вы видите, для обывателя, наверное, не все фамилии здесь, в этом списке, кричат о том, что это популярнейшие родильные хиты, надо приходить, отрываться, отирать. Нет. Это музыка, направленная на конкретных людей, музыка, направленная прямо в сердце, наверное, человека, который любит импровизационную джазовую музыку. Вот. Поэтому, как бы это, может быть, странно не звучало, пока мы вкладываем в этот бренд, пока вкладываем в этот проект. Вот. А так, дай бог, если заработаем 3 миллиона, то окупимся.